Начинаем играть. Сегодня у нас игра особенная. Дело в том, что белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных отмечает свой праздник 18-летие. И в связи с этим в нашей стране проходит акция, которая называется «Молодежь за безопасность». Это значит, что молодые люди из этой организации ходят по, в общем-то, разным учреждениям, в том числе и образованию, и рассказывают тоже таким же молодым людям, как себя правильно вести в случае каких-то чрезвычайных происшествий, да и вообще про безопасность. Очень полезно, я вам скажу. Согласна, очень. Говорит человек, которого два раза в жизни било током. Поэтому мне можно доверять. Сегодня мы один вопрос от них тоже обязательно зададим. И от них же разыграем прекрасный подарок. Это наушники, причем классные. Очень крутые. Кстати, в соцсетях есть фото с этими наушниками. Заходите в группе во ВКонтакте. Так что звони прямо сейчас. 213-30-70, код Минска 017. 213-30-70, код Минска 017. Начинаем играть буквально через 5 минут. Раньше всех шоу на Радиус FM. Наполни свое утро бодростью. Раньше всех шоу на Радиус FM. Простые сложности. Начинаем играть в простые сложности в стране. 7:45. Ну что, Виктор у нас на связи. Виктор, доброе утро. Тебе привет, огромный. Привет. Давно не слышали. Как дела? Спасибо, хорошо. Как настроение? Замечательно. Вы такой бодрый. Тут я же вас слушаю. А, точно, мы заряжаем людей хорошим настроением. Хорошо. Как в школе учился? Рассказывай, Виктор. Ну, так себе. Чего? Средняя. А что не получалось, а? Ну, хорошист, скажем. А, так хорошист или все лучше и лучше? Впереди уже я отличником был. Какие предметы любимые были? География. Отлично. Сегодня немножко мы затронем, кстати, географию. Да. Короче, подготовили три вопроса. Отвечаешь на два правильно, получаешь подарок. Все понятно? Да. Поехали. Начинаем играть. Поехали. Первый вопрос. Самый большой океан. Индийский, Тихий или Атлантический? Самый большой? Самый большой. Тихий? Тихий. Конечно, это Тихий. Правильный ответ. Молодец. Так держать. Поехали дальше. Поехали дальше. Второй вопрос. Промежуток времени равный периоду обращения Земли вокруг Солнца. Такой сутки? Сложноватый вопрос. Нет. Варианты есть. Год, месяц или день? Земли? Да. Промежуток времени равный периоду обращения Земли вокруг Солнца. День, месяц, год. Год? Год, конечно, правильно, год. Правильно. Молодец. Ну и третий вопрос. Уже от наших партнеров, от МЧС и от действительно людей, которые спасают нас в сложных, так скажем, ситуациях. Да, кстати, поехали, да. Вопросик. Каким профессиональным видом спорта занимаются юные спасатели-пожарные? Варианты: тяжелая атлетика, легкая атлетика или пожарно-спортивный спорт? Спасательный спорт. Пожарно-спортивный? Спасательный спорт. Спасательный. Правильно. Правильно, конечно. Правильно. Ну что, мы тебя поздравляем. Все три вопроса дались очень легко. Получаешь от нас и подарок тоже от активистов белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных и от работников МЧС. Классные наушники, в которых можно слушать музыку и наслаждаться нашей любимой радиостанцией. Mm-hmm.